Адреналин, здорово. Слушай, хотел спросить, тут к тебе сталк не приходил с бородой? Картавит немного. Привет, народу много бывает, но такого не припомню. Был новичок один, но без бороды, из дикции вроде без проблем. Почему запомнил? Просьба у него странная была. Да бабла для новичка столько, сколько у мастеров не бывает. Что он просил, если не секрет? Говорил о бункере подземном. Я о таком впервые слышал. Просил принести какой-то сейф и шкатулку. Обещал хорошо заплатить. Я не особо поверил, откуда у новичка такие сведения. Хотя, может, его и подослал ко мне кто. Рассказал он об одном из переходов в этот бункер с хентая. Еще сказал, что в этом бункере шкатулка и сейф тут лежит. Короче, отказался я. Темное это дело. А тебе зачем? Я тоже слышал об этом бункере. Даже был там. Меня интересует человек, чья шкатулка осталась там. Подскажи, где его найти. Во как? Выходит, это похоже на правду. Так вот что, если найдешь тебе шкатулку и сейф, принеси их мне. Может быть, на них найдется покупатель. А если тот новичок вернется, так я сразу весточку тебе подам. По моим сведениям, шкатулка лежит на верхнем уровне некой системы пещер, запутанных как лабиринт. А попасть можно туда через телепорт на нижних уровнях, какого-то другого лабиринта, вход в который как раз с янтаря, о котором тот парень говорил. Еще я знаю, что на эти нижние уровни в лабиринте ведет какой-то узкий грот. Может, это все звучит несколько запутанно, но это хоть что-то, и это уже хорошо. Поэтому про то, где находится сейф, я совсем ничего не знаю. Если возьмешься его разыскать, наводки тебе придется искать самому. Да, чуть не забыл. Держи координаты перехода в тот лабиринт с янтаря. Я скину их тебе на КПК. Награды за инфу не прошу. Принесешь шкатулку, да расскажешь, что там за пещера. Это мне пригодится. Хорошо, принесу. Инфой поделюсь. За новый переход спасибо. Зачем пришел? Ну что, не наведывался тот сталк? Нет, не было. Принес сейф и шкатулку. Принес. Шкатулку забирай, а сейф не нашел. Пойду шахтера спрошу. Может быть, он и разузнал что-нибудь. А ты сообщи, если вдруг тот сталк наведается. Подходи, раз пришел.